студия. Всем привет! С вами лучший студенческий телеканал России «Универ ТВ». Международная ассоциация студенческого телевидения признала нас лучшими. Почему, узнаем прямо сейчас. «Универ ТВ» — это команда профессионалов, молодых талантов, полных идей и энергии, которые готовят контент в самых разных жанрах. Это, естественно, обзор новостей, все-таки новостей, в первую очередь, российских, мировых, научных новостей. Это отдел видеопроизводства, где работают ребята, которые снимают лекции, снимают какой-то контент, занимаются трансляциями различных концертов и так далее и тому подобное. Есть еще отдел молодежных телепрограмм. Отдел молодежных телепрограмм занимается тем, что придумывает новый контент для телеканала «Универ ТВ». И придумывает он с помощью кафедр, которые есть у нас в Институте социально-философской науки и массовых коммуникаций. То есть любой студент, кто обучается и в этом институте, да и вообще в Казанском федеральном, может спокойно к нам прийти с какой-либо идеей. «Универ ТВ» — это отличная площадка для тех, кто начинает свой путь в мир медиа. Знакомство с кухней настоящего телевидения — вот что ждет молодых специалистов. К нам приходят молодые ребята, которые практически ничего не знают, у которых нет какого-то бэкграунда в видеопроизводстве. Так вот, мы берем и обучаем их. После чего они остаются у нас, продолжают работу здесь, развиваются и дальше уходят уже в крупные медиа. Приходите к нам, у нас интересно, мы вас обучим и покажем мир медиа. Я учусь в Казанском федеральном университете уже более 4 лет, и на протяжении всех этих лет я так или иначе связана с «Универ ТВ». Сначала в спортивном отделе, а уже спустя некоторое время я устроилась в новостной отдел видеомонтажером. Я считаю, что это отличная площадка для того, чтобы понять, кем ты хочешь быть в телевидении, хочешь ли ты связать с ним свою жизнь, пощупать все своими руками и попрактиковаться практически в любой области. Работа здесь помогает мне развиваться, и в дальнейшем я планирую дальше идти по стезе журналистики и стать довольно-таки не последним человеком в университете. Вспомним, что «Универ ТВ» становится лучшим не первый раз. Ранее канал получил такое звание в 2017 году. Лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал «Универ ТВ». Телевидение – это не только процесс видеосъемки, но и ежедневное общение с самыми интересными людьми, погружение в различные темы и, конечно же, возможность понять, на что ты способен. С вами был лучший студенческий телеканал России. Всем пока!